Приветствую, друзья! Я вас поздравляю! У нас 200 тысяч подписчиков только в Ютубе. Делитесь в Телеграме тоже, в Ютуб подписывайтесь, кто не подписан, потому что у нас вебинар будет через несколько дней, объявление будет, все узнаете. Хочу сказать, что очень важно, что у нас 200 тысяч подписчиков уже. Это не потому, что там какая-то реклама там или кто-то продвигает. Нет, к нам приходят так люди, без всякой рекламы. Потому что то, что мы делаем, это полезно для всех и каждого. И вот я хочу сказать, мои дети, которые знают метод ключ с детства и являются сейчас известными психологами, и Ален Алиев, и Шейла Алиева, такие молодцы, у них свои изобретения, они делают свои приемы, они развивают метод ключ. И много у нас участников почетных в нашей школе, которые тоже развивают метод ключ. Я вам хочу сказать, я в свое время задумался, каким он будет человек будущего, потом я понял, что он будет такой же, как и мы. Только легче и быстрее и успешнее справляться со стрессом и использовать стрессовое состояние для решения ранее нерешаемых им задач. Как стресс-трамплин. Вот почувствовал плохо себя, использовал это как полезность и превратил минус в плюс. Я, например, использую всякие напряжения, неприятности, боли для того, чтобы лучше рисовать, писать книги, обучать других людей, давать советы. Я хочу сказать, что человек будущего будет человек с развитым изобретательским мышлением, который в условиях неопределенности сможет быстро генерировать со скоростью инстинктивных реакций решения, как поступить в той или иной ситуации. Это очень важно всем и каждому. Поэтому я хочу сказать еще раз, что будет через несколько дней вебинар, объявление будет, никто не пропустит, так что вы давайте, друзья, готовьтесь. Да, мы под моей картиной «Берегиня», которая многим нравится, и я думаю, и вам нравится, кто ее еще не видел. Так что, друзья, у нас 200 тысяч подписчиков, а есть люди, которые верят в гороскоп. Я-то сам особо не верю в гороскоп, хотя иногда там бывают какие-то характерные вещи, но они всегда, всегда бывают убедительными для всех, потому что там есть и минусы, и плюсы написаны. Но у меня в гороскопе написано, что я трижды кот, потому что кот, рожденный в рыбе, трижды кот. Я думал сначала ловелас, потом оказалось, что нет, это тот, который падает всегда на свои лапы. О, вот видите, поэтому я создал школу «Человек будущего», Homo Futurus. Чтобы вы, несмотря на то, что в каком месяце родились, и когда у вас день рождения, я вас поздравляю, чтобы вы, как участники школы «Человек будущего», Homo Futurus, всегда падали только на свои лапы. Вот так, друзья, до связи.